Почему всегда важно устанавливать стабилизатор на взлете? Существует много догадок, но еще никто не рассказывал, что будет, если забыть это сделать. Горизонтальный стабилизатор служит для управления самолетом в воздухе, а именно благодаря ему самолет может набирать высоту, снижаться и даже лететь в горизонте. Перед каждым взлетом пилоты читают чек-лист и проверяют установку положения стабилизатора. Но что произойдет, если они забудут это сделать? При пикирующем моменте стабилизатора самолет начнет раньше задирать нос, ударится хвостом о полосу и, не сумев набрать скорость, рухнет на землю. При кабрирующем стабилизаторе самолет не сможет оторвать носовую стойку от земли и на огромной скорости превратится в Яндекс.Такси. Так как же рассчитать положение стабилизатора? Очень просто. Открываем FPPM, ищем нужную таблицу, находим необходимый CG и вводим взлетную массу, делаем интерполяцию. И не забываем, что тут нельзя ошибиться.